Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, которые были во всем царстве его.